Бывший заводской цех, картины экспрессионистов и пластика тела – все это составляющие спектакля «Посмотри цвет» режиссера Ирины Криворуковой в рамках проекта «Театральный квартирник». Когда я увидела картины этого художника Эгона Шиле, или Шиле, по-разному все говорят, в первую очередь я заметила, что в этих картинах есть некий потенциал пластический. Я смотрю на эту картину, и мне кажется, что я уже понимаю, как должен двигаться актер, как должен двигаться танцор. Мне нужно было, чтобы именно мои какие-то мысли актер мог воплотить через пластику. А еще нужно было особое место для спектакля. Сайт-специфик – это направление в искусстве, которое отрицает возможность переноса творения в другую локацию. В переводе с английского сайт-специфик – одновременно и определенное, и особенное место. Таким местом стал цех электромеханического завода на Скобянке. Мы искали атмосферное место, которое бы отражало вот некую эстетику экспрессионизма, поскольку спектакль сделан по картинам немецких экспрессионистов. Спектакль «Посмотри цвет» не первый в проекте «Театральный квартирник». Начинали играть действительно в квартире. История началась в 2017 году. Там мы собрались, там еще где-то за стенами люди делали ремонты, ЖК «Архимед» только-только там построился. Там вот эти 77 квадратов, бетонные стены. То есть это прям было то, что мы любим, такое комьюнити людей творческих, молодых и думающих о городе, мечтающих каким-то образом вот город сделать героем и творчество сделать вот таким наполнением города. Первые репетиции спектакля «Посмотри цвет» тоже начинались в квартире. И параллельно режиссер искала то особое место, где бы спектакль зазвучал. Заводской цех подошел идеально. И свет фонарей вечернего посада за окном, и следы бытования цеха, и акустика – все работает на идею спектакля. Мы не можем играть его зимой, потому что здесь нет отопления. И мы не можем играть его прям летом-летом, потому что здесь слишком светло. Нам нужно короткий промежуточек весной, когда уже тепло, но еще не слишком светло, и короткий промежуток осенью, когда еще тепло, но уже не так светло. 30 сентября, как раз это ближайший будет показ, 30 сентября в субботу в 19:00. Сбор гостей на Скобянке, улица Центральная, дом 1, возле магазина «Светофор». Из обыденной действительности в мир музыки, пластики и живописи экспрессионистов. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, ТВР-24.